Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Light Film. Представляем вашему вниманию список лучших фильмов, похожих на гордость и предубеждение и зомби. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Вдали от обезумевшей толпы 2015 года. Унаследовав от дядюшки богатую ферму, юная Батшера Эвердин энергично берется за дело, набрав себе рабочих. Берет она и разорившегося фермера Габриэля Уока, человека опытного и честного. Габриэль в свое время просил ее руки, но потерпел неудачу. Теперь ей предлагает руку и сердце сосед, зажиточный фермер Уильям Болдвуд. Но своенравная Батшеба пока не соглашается стать женой, попросив себе время на раздумья. Встреча с самовлюбленным красавцем-сержантом Фрэнком Троем становится роковой для Батшебы. Президент Линкольн. Охотник на вампиров. Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь величайшего президента Америки, Авраама Линкольна, любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели? Гордость и предрассудки. Элизабет – старательная студентка, не думающая о замужестве до окончания колледжа. Но когда она встретила красавца-плейбоя Джорджа и чувственного бизнесмена Дарси, уверенность ее поколебалась. Сможет ли она за внешним блеском разглядеть их истинные намерения? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!